Приветствую тебя, великий автоугонщик. Недели тройных выплат в GTA онлайн за все задания с угоном транспорта от Симоны Ятаряна. Можно солидно поднять бабосиков и опыта, что особенно важно для игроков малых и средних уровней. Я, к примеру, хочу купить миниган, и до 120 уровня мне осталось совсем ничего. Сегодня поделюсь своими наблюдениями конкретно в задании «Конфискация Симономика». Как по мне, это по силам выполнить в одиночку. Остальное дело техники и опыта игрока. Я все покажу на личном примере. Методом проб и ошибок узнала оптимальное время для завершения задания. Это время равно 15 минутам. Начнем, пожалуй. Запускаем квест, засекаем таймер и едем в аэропорт Лос-Сантоса и забираем из грузового самолета необходимый транспорт. На хвосте самолета, кстати, российский флаг и надпись РФ. Уровень розыска я сбрасываю, не покидая территорию аэропорта, что показано в ролике. Сбросили звезды, едем в салон к нашему носатому другу и паркуем тачку. Едем за следующим транспортным средством. Я использую опрессор для передвижения по карте, потому что мне так удобнее и время экономит. Угоняем вторую тачку и гоним в салон. Останавливаемся перед желтым маркером и ждем, когда таймер отчитает 15 минут. Главное вовремя тайминг засечь, это важный момент. Заезжаем в желтый кружок и завершаем задание, и получаем 69 300 баксов и 11 744 опыта. Очень жирная награда, согласитесь ведь? За 15 минут ленивого фарма я прокачала половину полоски опыта, это видно в конце ролика. Ни в коем случае не стану рекомендовать фармить именно это задание, можно и другие проходить. В компании друзей, конечно же, будет попроще. Желаю удачно подзаработать и прокачаться. Пока-пока.